У IPR-765 вариант BMP AEFV создана американской компанией Food Machinery and Chemical Corporation, FMC, на базе шасси бронетранспортера М113А1. После заключения американо-бельгийского лицензионного соглашения, фирма BMF ввела в 1981 году в строй новый завод в городе Обанш, на котором было начато производство американской BMP AEFV под обозначением IPR-765. Фирмой выпускаются корпуса бронемашин, а учредившими ее компаниями – подвеска, командирские башенки АСКА и некоторые детали корпуса Коккерил. Корпуса и командирские башенки с установленной в них оптикой, радиоэлектроникой и вооружением направляются на сборочную линию завода германской компании Хеншель в городе Антверпен. Двигатели и трансмиссии поступают на сборочное предприятие из США. Вместо американской пушки Bushmaster на машине устанавливается аналогичная 25-мм пушка Кобей BO2 фирмы Эрликон, унифицированная по боеприпасам с первой. Изначально программой предусматривалось поставить в национальные вооруженные силы 514 машин трех основных модификаций. Первые образцы у IPR-765 были собраны в 1982 году. Производство машин с темпом 20-25 единиц в месяц продолжалось до апреля 1988 года. BMP IPR-765 является улучшенной версией американского БТР М113. Большинство голландских IPR производится по лицензии в Нидерландах компании DAF, которая известна своими грузовиками. На BMP применен сварной алюминиевый корпус, на который навешена разнесенная стальная броня. Пустота между бронелистами заполнены пенополиуретаном, улучшающим плавучесть машины. Нидерландская версия, в отличие от М113А1, оборудована также радиатором большей емкости и турбокомпрессором. Экипаж бронемашины состоит из трех человек – водителя, командира и наводчика. Десантное отделение рассчитано на 7 военных и находится в задней части корпуса, аналогично базовому БТР М113. Штатным вооружением боевой машины является 12,7-мм пулемет в одноместной открытой башне, прикрытой бронелистами на 360 градусов. Другие версии у IPR включают в себя транспортные средства для разведки, инженерных задач, скорую помощь, противотанковые, грузовые, средства борьбы с массовыми беспорядками, а также минометную башню с местом для хранения 120-мм снарядов внутри. Боевая машина пехоты у IPR 765 оснащена двигателем мощностью 267 лошадиных сил. Максимальная скорость 13-тонной машины составляет 61 км в час, запас хода до 490 км.